Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 9 апреля 2022 года. Я хочу рассказать о очень классных минеральных палочках от фирмы Перико для птичек. Продается для попугаев, но я их успешно использую для своих грызунов в качестве минеральной подкормки и стачивания зубов у песчанок. Также можно добавлять хомячкам и другим видам грызунов, которым необходимо что-то твердое грызть, стачивать свои зубки, постоянно растущие. Чем мне нравятся палочки Перико, я давно покупаю. Покупаю, конечно же, для своих попугайчиков. Палочки от этой фирмы бывают не только вот такие, которые подвешивают к краешку клетки, но и вот такие, на которых мои попугайчики любят сидеть. У них есть вот такой крепеж. Стоимость этих палочек в интернет-магазине Озон со скидкой в пределах 100 рублей. 100 рублей, 110, 115, бывает 140, ну когда как, какая скидка. Состав этих палочек абсолютно безопасен для наших питомцев. Это минеральный комплекс из мела кормового для животных, ракушечника, а также включает в себя минеральные элементы, такие как кальций, фосфор, магний. Больше здесь ничего нет. Здесь нет красителей, здесь нет ароматизаторов, здесь нет ничего вредного для наших питомцев. Палочки содержат полный общеукрепляющий минеральный комплекс, устраняют проблемы, связанные с недостатком макро- и микроэлементов в организме птиц. Но также я считаю и грызунов в том числе, потому что мои песчанки обожают грызть такие палочки. И я заказала второй вариант этих палочек. Здесь с добавлением минералов, с кальцием, вот эти палочки конкретно. А я купила еще с добавлением угля для пищеварения. Обязательно покажу отдельно, расскажу, прочитаем с вами вместе все, что написано на упаковке от производителя. Укрепляют костную ткань, способствуют стачиванию клюва, это для птичек. Улучшает функционирование пищеварительной системы. Нормализует обмен веществ, дополнительное развлечение в клетке. Состав мы с вами прочитали, 165 грамм. Хранить в сухом месте при температуре от минус 20 до плюс 25, влажность не более 80. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Изготовитель компании «Эльф», Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Жилстрой, 16. Торговый отдел. Вот, пожалуйста, штрих-код для тех людей, кто, возможно, заинтересуется данной продукцией. Это штрих-код от производителя данных палочек. Выглядят они очень симпатично, в форме как будто бы ракушечки вот здесь. Единственный минус при покупке через интернет-магазин вот Озон, часто приходят расколотые. Но на самом деле, для, например, песчанок я их использую именно в расколотом виде. То есть я их ломаю пополам, они легко ломаются, и в каждую клеточку добавляю по половинке такой палочки. Предварительно ножницами отрезаю проволоку, которая предназначена для крепления этих палочек к клетке птичек. Птичкам не отрезаю. Вот штрих-код от интернет-магазина Озон. Если кто-то хочет купить данный товар, удобно поставить на паузу видео и скопировать для облегчения покупки. Так, состав: с помощью проволочных, способ использования проволочных усиков прикрепить к клеткам прутьев. Вот то, что я рассказывала. Я отрезаю, потому что даю песчанкам. Использую очень давно. Никаких нареканий к данному товару у меня нет. Две палочки в одной упаковке, то есть стоимость в пределах 100 рублей за две палочки. Это очень здорово и выгодно, в отличие от тех солевых камушков и все, что обычно продают для грызунов. Почему я делаю акцент на грызунах? Для птичек очень много всего на самом деле продается. Для грызунов же масса таких камушков, которые они просто не грызут. Вот я сталкивалась на своих грызунах, хомячках, мышках, песчанках. Вот видите, пришла палочка, уже расколота. Для меня не проблема, я добавляю песчанкам.
Я сама откалываю. Открываю вот специально новую палочку. И показать вам хочу вот эти усики для крепления к прутьям клетки. Если вы хотите использовать у птичек, но можно и песчанкам подвешивать или хомячкам. Я, в принципе, просто вот так добавляю кусочки или целые палочки. Но вот в данном товаре, видите, пришла упаковка, там сразу расколоты эти палочки. Вот. Так что мое чисто вот мнение насчет вот этого товара замечательно для использования в качестве присады у попугайчиков. У меня в нескольких клетках, вот видите, около поилочки им нравится сидеть и пить водичку вот на этой палочке. Попугаи их не грызут, вот моментик такой. Если конкретно для попугаев, нет, попугаи не грызут. Замечательно грызут песчанки, вот у них целая палочка валяется. Песчанки любят, песчанки стачивают зубки об этот мелок. Попугайчики любят сидеть, если это вот таким образом палочка со специальным креплением. Упаковка выглядит так же, только смотрите, вот есть на скажем, проволочке, а есть вот такие с креплением на винтики для того, чтобы к прутьям клетки можно было прикрепить птичкам. Грызть они их не грызут, они замечательно мне едят кальций, сепию. Вот таким образом прикрепляем, вот сепию они едят замечательно. Вот эти палочки птички не едят. Но все равно, товаром очень довольна, и для грызунов мелких вот рекомендую в качестве действительно общеукрепляющие минеральные добавки и стачивание зубов одновременно, как хомячкам там и другим питомцам. Если вам был полезен этот отзыв, не забывайте поставить лайк этому видео. Вам не трудно, мне приятно. И пишите комментарии, что бы еще хотели узнать о товарах для наших питомцев, которые я использую для здоровья, развлечения своих животных. И оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!